Добрый день, ребята! Сегодня мы с вами начнем знакомиться с новой книгой. Это «Ежик в тумане» написал Сергей Козлов. И, как говорит русская пословица, «Испокон века книга растит человека». Значит, мы дальше и дальше будем знакомиться с новыми и с новыми книгами. Здесь очень красивые иллюстрации. И все рассказы у нас про ежика. Ну, у ежика есть разные друзья. И медведь, и зайчик, и ослик. Все они живут в лесу. И белочка, видите? И здесь оглавление, в котором ваши родители могут найти тот рассказ, который вам понравится. Я буду читать по порядку. Итак, до новых встреч. И всего вам доброго. До свидания.